Для того, чтобы улучшить результаты оперативно-служебной деятельности, необходимо точно определять первоочередные задачи. А чтобы обозначить приоритетные направления работы, нужно подвести итоги. Общую статистику озвучил начальник Одинцовского управления полиции Алексей Школкин. За 9 месяцев 2017 года в дежурную часть Одинцовского межмуниципального управления поступило 63 475 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Увеличение произошло по сравнению с прошлым годом почти что на 10%. И наряду с этим общий массив зарегистрированных сообщений о преступлении уменьшился на 9,1% и составил в общем эквиваленте 3534 преступления. В том числе предварительное следствие, в котором обязательно снизилось на 4,2%, по линии дознания снизилось на 4,1%. Из общего количества преступлений, принимая меры, удалось снизить количество совершаемых преступлений следующих видов. Грабежей на 43,5%, разбоев на 26,6%, краж на 17,9%, в том числе краж от транспортных средств на 28%, из садовых дом и дач на 11,2%, из квартир на 9,4%. Алексей Школкин добавил, что при сокращении числа регистраций тяжких и особо тяжких преступлений их раскрываемость в текущем году увеличилась и составила 56%. Всего к уголовной ответственности за отчетный период привлечено 1615 человек. Этот показатель является третьим по области. Наряду с положительными моментами в работе были отмечены и проблемные вопросы в организации работы как управления в целом, так и ряда служб и подразделений. Алексей Школкин обратил внимание коллег на то, что в районе снизилась раскрываемость преступлений, совершенных в составе ОПГ, и правонарушений прошлых лет. Глава Одинцовского района Андрей Иванов, в свою очередь, поблагодарил сотрудников полиции за вклад в обеспечение общественного порядка на обслуживаемой территории в период проведения культурно-массовых мероприятий и призвал к дальнейшему плодотворному взаимодействию. Важно отметить, что все крупнейшие районные мероприятия прошли без каких-либо инцидентов. Это и Новый год, Рождество, Масленица, День Победы, 1 сентября, День города, мероприятия, которые проводятся в парке «Патриот», такие как «Армия-2017», наш региональный выпускной бал и танковый биатлон. Тысячи сотрудников полиции несли службу в эти дни, и мы считаем, что они достойно справились со своими задачами. В рамках итогового совещания почетными грамотами от Главного управления МВД России по Московской области и благодарственными письмами главы Одинцовского района Андрея Иванова за успехи в службе наградили 17 сотрудников. Руководитель муниципалитета отметил, что совместные действия районных властей и правоохранителей направлены на достижение главной цели – комфорта и безопасности жителей и гостей Одинцовского района. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».